В наши дни человек с ограниченными возможностями здоровья может заниматься чем угодно. Современные разработки, исследования и методики позволяют инвалидам жить полноценно. Дети, которые всегда мечтали стать хоккеистами, но здоровье не позволяло, сегодня могут спокойно осуществить свою мечту. Секция по адаптивному хоккею в Ульяновской области существует уже 3 года. Показывает отличные результаты на соревнованиях и активно растет. За это время были призовые места, были и провальные, к сожалению, турниры. Тем не менее, мы стараемся делать выводы. Например, последний турнир мы взяли кубок ПФО, который проходил в Перми с 7 по 11 ноября. Хоккейная адаптивная команда «Симба» пригласила в гости всех желающих школьников в СОВЗ, чтобы показать, заниматься спортом может каждый. Сегодня мы были приглашены на массовое катание, чтобы детям показать дальнейшую перспективу, чем можно заниматься, какой выбор можно для себя сделать, чтобы дети могли оценить этот вид спорта и принять уже для себя, конечно же, какое-то решение. Дети пришли с энтузиазмом. Нашим детям вообще все интересно всегда. Никогда дети не отказываются от разнообразных видов деятельности и с большим интересом воспринимают все новое, неизвестное для себя. Поэтому, конечно же, и на сегодняшнее мероприятие ребята пришли с огромным восторгом. Благодаря специально разработанным правилам выйти на лед и играть в хоккей могут как ребята с нарушением остроты зрения, так и с полным его отсутствием. Ориентироваться на поле игрокам помогает система звуков и адаптивная шайба. Напомним, что с 1 по 10 декабря в Ульяновской области проводится декада инвалидов. Мероприятие проходит как для людей с ограниченными возможностями здоровья, помогая им адаптироваться в обществе, так и для здоровых людей. События лишний раз напоминают о доброте и необходимости помогать. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.